Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем наш урок русского языка и литературы. Сегодня на уроке мы познакомимся с творчеством великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Поупражняемся в выразительном чтении стихотворения, проведем словарную работу, ответим на вопросы по содержанию. Чтобы настроиться на урок, я предлагаю прослушать вам стихотворение. У меня есть няня, я ее люблю. С нею на прогулку я гулять иду, а потом с друзьями в прятки мы играем или соревнуемся, друг друга обгоняем. Каждый день придумана новая игра. Моим лучшим другом нянечка была. Сформулируем тему нашего сегодняшнего урока. Тема урока – стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Няня». Ребята, попробуйте определить значение слова «няня». Правильно, ребята. Няня – это женщина, занимающаяся уходом за детьми. Но до того, как мы перейдем с вами к тексту стихотворения, познакомимся с биографией и личностью Александра Сергеевича Пушкина. Обратите внимание на его годы жизни 1799-1837 год. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве, в немецкой слободе. Отец его, Сергей Львович, принадлежал к старинному дворянскому роду, а мать, Надежда Осиповна, была внучкой арапа Петра Великого. Любовь к родному языку ему привили бабушка Мария Алексеевна, превосходно говорившая и писавшая по-русски. Явление редкое в дворянских семьях того времени. И няня Арина Родионовна. Она знала много русских народных песен и сказок, которые с удовольствием слушал маленький Саша. Любовь и трепетное отношение к своей няне Арине Родионовне Александр Сергеевич пронес через всю свою жизнь. Раннему развитию литературных склонностей Пушкина способствовали литературные вечера в доме Пушкиных, где собирались видные писатели того времени. В 1811 году Пушкин поступил в Царскосельский лицей. Здесь он впервые ощущает себя поэтом. Талант его был признан товарищами по лицею. За свою вольнолюбивую лирику Александр Сергеевич Пушкин был сослан в Южную ссылку и провел у нас в Бессарабии около 2 лет. Вернувшись в Россию, в конце 1835 года Пушкин получил разрешение на издание своего журнала, названного им «Современник». В его журнале печатались известные писатели – Жуковский, Гоголь, Тютчев, Кольцов и многие другие. Зимой в 1837 году Александр Сергеевич Пушкин был смертельно ранен на дуэли, которая состоялась на Черной речке. Похоронен Александр Сергеевич на кладбище Святогорского монастыря, недалеко от села Михайловское. По всему миру, в разных уголках нашей земли стоят памятники этому великому русскому поэту. Прочитаем стихотворение Пушкина «Няне». Послушайте, как читаю его я, затем прочитайте его сами. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты, на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствия, заботы теснят твою сейчас на грудь. То чудится тебе. Проведем словарную работу. Дряхлая – очень старая. Светлица –
Это светлая парадная комната в доме. Горюешь? Переживаешь. Забытые вороты, забытые ворота. Предчувствие, неясное чувство тревоги. Всечасно, постоянно. Чудится, кажется. Запишите эти слова к себе в тетрадь. Проверьте. Александр Сергеевич Пушкин жил на 200 лет раньше, чем мы. Поэтому язык Пушкина немного отличается от современного русского языка. Давайте попробуем определить выразительные средства языка, которые употреблял в этом стихотворении Пушкин. Вспомните, что такое метафора, и найдите ее в тексте. Метафора – это оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой-нибудь аналогии, сходства или сравнения. Например, «подруга дней моих суровых», «медлят поминутно спицы», «тоска», «предчувствия», «заботы» теснят твою всечасно грудь. Вспомните, что такое эпитеты, и найдите эпитеты в тексте. Эпитет – это прилагательное, прибавляемое к названию предмета для большей изобразительности. Например, голубка – дряхлая, наморщенные руки, забытые вороты, черный отдаленный путь. Вспомните, что такое сравнение, и найдите их в тексте. Сравнение – это слово или выражение, содержащее уподобление одного предмета другому. Например, «горюешь, будто на часах». Запишите в тетрадь одну метафору и один эпитет. Определите род имен существительных. Проверьте. Например, «подруга дней моих суровых». Подруга – это женский род. Голубка – дряхлая. Голубка – женский род. Ответьте на вопрос. Как Александр Сергеевич Пушкин относился к своей няне? Александр Сергеевич Пушкин нежно любил свою няню и относился к Арине Родионовне как к близкому, родному человеку. Запишите это предложение к себе в тетрадь. Проверьте. И подведем итог урока. Сегодня на уроке мы познакомились с личностью и творчеством русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, упражнялись в выразительном чтении и работали над содержанием стихотворения. После урока прочитайте родителям стихотворение Пушкина «Няни». Читайте выразительно, соблюдая все знаки препинания. Постарайтесь передать все те чувства, которые выразил поэт в своем стихотворении. А наш урок на этом заканчивается. Спасибо вам за работу. Жду вас на следующем уроке.